Нет, тогда тарактаж. В тумане ты самое то искать трассу новую. Здесь трава. Ага. Вот-вот. Просто, блядь, черный. Просто черный. Черный. Он в цвет рамы просто у него сделан. Ты не тормозишь, видимо, да? Вполне. Волосатый. Красота, горы. Где? Ну где-то есть. Включил камеру-то? Да, я сейчас записываю уже. Блять, Паша, что за хуйню ты творишь, мать твою? Вить, ну я же включил камеру, зачем ты столько ругаешься? Потому что посмотрите, что... Интересно, а хватит вообще видеокамеры со включенным GPS-ом до конца нашего безумного... О, такой, блядь! Безумного трипа. Дурак-то. Она долго будет держаться? Смотри. Сейчас гидролинию только зацепит сучком. Блять. Ведь так и придется ехать. Чтобы не звенели на спуске. Блин, слушай, куртку одел, сразу как-то теплее стало. Хорошо вообще так. Я думал, что я умру, а в куртке ничего так вроде терпимо. Ой-ой-ой. Так, надо кросс-кантри мод замутить. Так, это начало безумного трипа, блин, на тарактаж. Да, кстати, ребят, если что говорить, то орите просто в щачло мне, иначе слышно не будет. Руки трясутся. Наверное, здесь холодно. Паша исчезает в тумане. Или просто чувак скрылся. Чувак просто исчез. Витя сказал, что не знает, где что, вообще ничего не понятно. Я вижу Витю, это радует. Шорты, зачем шорты сегодня? А, вот кажется, силуэт Паши проклюнулся. Мы сейчас едем вниз. Из-за ветра кажется, что... вверх. Паша, садись, парусность уменьшай. Ой, блядь, нихуя себе сюрприз. Такая вот, блядь, история. Хорошо, хоть один фонарь работал. Тут сейчас баб капот разуплотнился. Заметь, сегодня скорость значительно меньше приходится крутить. Вчера-то это же самое, когда там, в прошлый раз это же самое место ехали. Эй, машина! Нафиг, я подальше объеду. Блин, ни хрена себе! Да здесь не надо было крутить никогда! Что за дерьмо? Посмотри! Где Паша? Паша где-то там в тумане. Тойота с чётенькими противотуманками была, светили ровно вниз. Вверх вообще не слепили нисколько. Блин, мягковато заднее колесо, кажется. Блин, я что-то уже подсогрелся. Что за... Куда нас завели? Вот, кстати, вчера Паша говорил про... То, чтобы с таким широким рулем вполне актуально кататься в зимних перчатках. Сегодня я согласен с ним, как покататься в зимних перчатках. О, судя по ха-ха-ха, Паша догнал. Я уже туман выпал на перчатке. Пар. Блять, страшно.
весомо. Так, наверное, там в камере уже так сделать, да? Я притормаживаю ее, страшно очень. Очень страшно. Вот почему мы там гоняем. Ну это очень страшно. Давай, смотри, тихонечко. А, слышь? Нет, это не то. А он наверх поехал. Вот для него сюрприз будет, когда он приедет к метеостанции. Он на. Ой, он еще одна. Господи Иисусе! А куда тракташ? А... Да главное крутить! Мгла, мать ее! Ой, это что такое? Это медовая это самое. Я думал, это танк какой-то. Я достану телефон, чтобы он был в руке. Сверёшься с GPS! Паша, у меня скотч есть. Давай к выносу примотаешь просто. Как тебе такая мысль? SX Trail версия люкс. Да, люксовый люкс. Это самое, как Nissan, что-то там SX, да? А, Nissan X-Trail, вот, Nissan, это самое. Qashqai плюс 2, SX Trail плюс 2. Спешала я за SX Trail плюс 2. Давай, Паш, примотаем скотчем. Я вообще... Вот. Направо. Ну ж налево? Какую деревяху? Вытащи, конечно, дурак, убьешься. Паша, блин, он такой просто парень. Запихнули. Вот это он, все он. Да, вместе с зубами. Ну дело. Рыжая морда. Он сейчас еще уедет в это самое. Подожди. Вот это надо. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Так, еще чуть-чуть. И она там еще зацепилась за тормоз. За тормоз зацепилась. В туман. Здесь больше некуда ехать. Поехали. Потихоньки. Да, это большой плюс. Главное, чтобы они не выехали в обрыв какой-нибудь. Бочки запотели. Ага, вон он тусит. Блин, еще одна тачка из тумана. Просто из ниоткуда появляется. Да, ребята. Плохо вам, что вы не видите всех красот крымских. Да, мечталось, что поход на Таракташ это обычно такое дело, связанное с просмотром большого количества красивых, безумно красивых видов. Особенно вот из ущелья там очень прикольный вид. Две скалы такие с разломом посерединке. Но сегодня мы увидим ничего. Просто белое ничто. Ну и целью сегодняшнего трипа является выжить в тумане до начала ливня. Паша едет с этим самым. Забор, да, клево. Там еще техника должна стоять, прикольно. Всякие экскаваторы, корова. Кабана нам не встретить, главное. Вот такие горы. Май месяц. О, канат повесили новый. Сколько-то сейчас по дороге, потом сколько-то тропинок в лес. Где чего сколько, непонятно. Витя сливает остатки сил. Ну, это как раз то, что надо перед Таракташем.
Паша шпилит. Тебя уже вчера набрались. На тракташе, наверное, мокровато будет немножко. Что-то здесь мокрее, чем на Мискорке, я смотрю. Корни, ничего страшного, да? Мокрые корни – это то, что мы любим. Не, по сыпухе, по идее, может случиться чуть-чуть получше. Но, судя по следам, здесь еще не машина какая-то была. Может ехать навстречу. Какой гуманолин. Чавкает, ребята. Но тут не слышно, конечно, как оно все чавкает. Ой, какая чача. Господи Иисусе. А ведь первый выезд в горы, когда вообще первый раз поехали, по-моему, 11-й год, только такая погода и была, другого варианта вообще не было. Все время катались в дождь. По говнолинчику куда-нибудь забуришься, по скользким камням. Вот это был экшен, вдохновение. Правда, такого туманища я не припомню, чтобы мы куда-то в такой жуткий туман ехали. Такой вот, прям вот, можно Витьку вставлять, и он будет стоять в тумане. Зависнуть можно на него. Полежать. Еще было прикольно видеть, как этот весь туманище подымался. На гору заползал сама снизу, с Ялты, когда подымались. На отдельных участках серпантина было видно, прям вот такими клубнями так. Заползал на гору. Ой, я зря сюда заехал. Вить! По-моему, не очень правильно Пашу обгонять. Учитывая, что у него навигатор. А, он здесь. Ну ладно. Ну, тут страшно. Может быть, кабан. Или девочка из Сайлент Хилла. Девочка из Сайлент Хилла. Да. Мальчик с треугольной головой из Сайлент Хилла, может быть. Ты уверен? Резко! Резко! Резко, с резкой. Ой, мне даже жарко уже становится, ничего себе. Да, мне нравится, что мы все еще катим. Под него тот самый капюшончик накидной. Да, греметь начало. Чего там? Ой, нифига себе, тут загремело. Просто гидроабразив для снятия краски. Мелкие камушки прилипают. Ну да, мелкие камушки прилипают к глине. Глина, которая прилипшая на покрышке, из камушки слетает. Колотит прям вот такой металлический стук. Как будто, я не знаю, град на улице. Поедем по говнищу. Ой, мама. Эта лужа издалека смотрелась как небо. Вить! Сюда, сюда! Левая. По-моему, левая, Паша. Потому что это вниз сразу пойдет. Витя! А, все, едет, появился. Да, голоса вы подавайте, а то тут нихуя не видно. Это будет, наверное, самый веселый трактаж, если будет. Даже шишки прилипают к колесам. Господи Иисусе. Интересно, почему? Я не понимаю, у меня очки настолько плотно начали потеть, или здесь уже все совсем плохо видно. О, красота. Это просто вот самое
Ну, одно из очень довольно таких интересных мест на Таракташе, вот этот лес. Он такой прям приятный, очень интересный. Но пока что вся вот эта, весь этот трейл, это такое, больше вверх, немножко вниз. Сейчас вот вверх опять гребем. Очки потеют. Ветра нет нисколько. Туман зацепился здесь за все. Линза не продувается. Вот здесь даже грунт сухой. Будем жить здесь. Немножко сосново-елочных иголочек на трейле. Вот так. Птички летают. По лесу такое слегка жутковатое местечко. Но тем не менее, оно красиво. Даже в жути есть своя красота. Так, что-то вот судя по... Потому что я переключился, чуть-чуть вниз пошел уклончик. Да-да-да. Мы же не уверены в том, куда мы едем. Чуть-чуть помедленнее. Здесь, по-моему, налево. Что там написано? Welcome to Silent Hill? О, ничего себе, даже тропы, табличка появилась. Служба спасения. Таракташская, Штангеевская, Боткинская. Где бедуин? Бедуинки нету, суки. Так она это видит, она же Штангеевская. Она вот здесь где-то видит, видишь? По хребту. Видишь, Таракташ мы здесь начали, надо на вот этот уступ войти весь. И там будет бедуинка у нас. То есть, в общем-то... За этим водопадом. Все правильно? Так что, сейчас... Таракташ или бедуин? Таракташ. А что, мы думаешь, будем возвращаться, вот, а сейчас отсюда хуярить вокруг? Сейчас, ну да, кстати. Замечательная традиция. Вообще-то надо на склон встать, Вить. Я боюсь. Ты боишься промахнуть, наступить мимо это самое? Наступить в обрыв, волнушки растут. Ну, обычно вот все эти вещи, ну, типа как, простите, пописать на дорожку, делаются с обрыва, с прекрасным видом на море и город. Но боюсь, что это не про этот случай. Тут вида не будет никакого. Тут просто тут Silent Hill. Так что любуйтесь, наслаждайтесь видом на ничто. С шумом деревьев. Шум деревьев говорит о том, что ветер очень сильный. Вот как раз даже видно, вот как туман, он просто забегает снизу оттуда, от моря, на гору. Кстати, вот тут трейл идет, по которому мы раньше ездили. А ребята сейчас на него же будут съезжать чуть-чуть такой по островатой съезжалке. Блин, я не знаю, еще очки потеют. Да, действительно. Интересно, а линза там не запотела у вас, зрители? Вить, надо посмотреть линзу, не запотела ли она. Ну, в камере я имею в виду. Нет. Все, не горит, а она там сзади красненько горит? Нет, да? А я не вижу. А. Так горит или нет? Да, горит. Зашибись. Какая красота. Ладненько, сейчас, ребят, подождите. Секундочку. Можно ехать. Ой, а сидушку я пониже не опустил, кстати. Это я зря, может быть, сделал, да? Ну, как обычно, наверное, на видео уклон-то и не виден. Вовсе. Ехать по такому туману. Еще и с больным бедром, которая пока еще не покрылась воздействием мази-шмази. Опа. Пашка решил рубануть по хардкору. Я проеду по старой траектории. Только сейчас пущу немножко седло. Потому что оно явно мешает. Дальше уже мы, собственно говоря,
добрались до Тракташа. Ну, уклон здесь, мама, не горюй. Сейчас вот Витю, наверное, сниму. Ну, Витя сказал, что здесь какой-то гнездец. Ты поворачивать собрался? Я думал, ты как Паша рубанешь. Ну, едь. Ну, не знаю, он рубанул, так ему хорошо было. Он даже не кричал ничего внизу. Вот этот съезд самый как раз такой классический тарактаж. Когда, оп, Витя на двух коронке получает массу удовольствия. Оп. Мы даже заехали туда, где нет тумана, обалдеть. Да. Опа. Тарактажчик. Очень-очень медленно ползем, на самом деле. Потому что, не знаю, боюсь потеряться друг от друга. О, еще одна тропа. Заезжая. Да, здесь весь трейл, в общем-то, подходит для контрийного байка. Не, если серьезно, можно и на контрийнике, потому что половина здесь пешком. Если не ехать тарактажевский этот хребет и знаменитую Сыпуху ради вот как раз этих двух моментов, обычно тракташи ездят, это ради Сыпухи, ради самого хребта. Если не ехать эти две темы, то можно и на контринике добраться. Чисто так погулять здесь, попедалировать. Блин, я не встегнулся. Новые скалы появились валяться. Скользко. Очень скользко. О, наш дроп жив. Ой, сюрприз. Ну да. Простите за эту синюю херню, которая лезет в кадр. Это мой капюшон. Раньше здесь можно было проезжать. Одно это дерево вручную не свалить будет. Собственно говоря, можно усаживаться на ране. Не попасть в педали. Да, тут на топталках актуально было бы. Надо очень часто спешиваться. Очки запотели. Я бы, наверное, в маске умер. А вот мы сейчас как раз въезжаем в область. Здесь будет, где вот как раз там виде виднеется. Это вот очень красивая, крутая расщелина. И из нее обычно очень крутански достаточно. Паша, кстати, ломанул направо, а не налево. Маленько он не в ту сторону бомбанул. А направо надо? Да. Надо было направо, там легче идти. А может, нет. Что-то я не узнаю без грима все это дело. Да. Ребята, все так. Я пешочком, потому что смысла ехать на трех копытах не вижу. Да, мы уехали сильно низко. Ну вот это вот, в общем-то, балочка. Так бы мы сейчас вот оттуда спускались. Там тоже очень прикольная тема наверху. Ну тоже пешком, кстати. Там бревно какое-то лежало раньше. И вот по нему надо было там спасаться. И где-то там еще вот есть шлем, по-моему, камень в виде шлема. На одной из фотокарточек 2011 года тема есть. Ребята закрутили. Я не смог. Вот прилег на контактных педалях. Вот здесь, по-моему, как раз надо было направо. Слушай, сколько тропинок много стало. Раньше как-то проще было. Одна на все случаи жизни. Едь себе, да едь спокойно. Или протиснулся. Так.
А, нифига бортуется. Жесть. Очень тесно, очень узко. И совсем все потихонечку. Хоть немного ветерка открыл глазки. О, мы уже добрались до этого самого. А до сыпухи. Да. Ну, можно по лестнице. Ты ехал в тарактаж, чтобы не проехать вот это? Ну, видите, у нас как самый лихой. Там можно, он там внизу на бок завалится. Я аккуратненько сползу. Аккуратненько. Упираясь всеми ногами доступными. Так, приложился плечиком, аккуратненько, очень аккуратненько. Вот здесь, вот на этом месте, человек когда-то об один из вот таких вот камней, который я сейчас очень-очень плавно прополз, разложил вилку, именуемую, я забыл, как она именуется, потому что очень страшно. Доеду, вспомню, расскажу. Загудели тормоза. И значит, что очень страшно ехать. Вот и все. Победа! И вот это дерево, которое лежит здесь уже, не знаю, года 4, наверное. Ни у кого нет сил его убрать. Так, будем спасаться от Витьки. Сейчас за этим деревом. Смотреть, как он побеждает. Ну, сыпуха уже закончилась, вроде. Ну да, тормоз зажимаешь, и никакой реакции на это дело нет. Вить, поднимемся еще раз, съедем. Не хочется. Ну и зря. Итак, ребята, мы продолжаем наш трип по замечательной траше Тарактаж. Это не тропа, это траша. У меня очень сильно потеют очки, вообще ничего не вижу. Ну, проползайте. Жарко? Ну, хорошая мысль, кстати. Достаточно неплохая. Ветерок будет, да? Не потеет, говоришь, Вить? Вон она вся сбоку перепотела, где мой щач. А это где, когда изначально этого не было? И тоже страшно. Она вспотела. Может, пройдешь немножко, Паша бы перелез бы. Вон, так встал? Вон, одевается. И тоже нет. Реально жарко. Блин, ну так видно, что ничего не будет. Надо, наверное, камеру сейчас не вытащить, чтобы не будет. Слушайте, ребята, ни у кого с собой салфетки сухой, что-нибудь нету такой? Потереть бы объективчик. Сейчас достаточно адекватное решение. Будешь сладенько? Давай. Держи. Паш, здесь столпотворение, пока можешь не ехать. Блин, что с линзой-то делать? Ничего не делать. Скотчем замотан. Начала потеть внутренняя линза. Видимо, то, что... Маска начала потеть, которая никогда не потеет. Влажность очень высокая, перепад был. Паша почти спрыгнул в обрыв. Все это видели. Нет.
Да, ребята, я променял гидропак на эту штуку, потому что гидропак сегодня, кажется, распил самый сильный. Ну, в общем-то, в основном все комментарии наши будут сводиться дальнейшие к... Ой! Ой! Ну и вот в таком духе. Поэтому... Просто можно выключить звук. Дальше будет трактаж. Ну сейчас вот, собственно говоря, вот эта сползалочка, которая на видео выглядела, наверное, просто как парень по грунтовой дороге пытается очень медленно съехать. Это была часть трактажа, ради которого на трактаж, собственно говоря, все и ходят. Ну, тут, в общем-то, я сделаю два шага на велике, и дальше будет чуть-чуть вверх. Вот. Чуть-чуть вверх. Чуть-чуть вверх и... Вот я не помню, куда здесь. Вниз. Да? Ну и, в общем, вот такой вот вниз. Не знаю. Я-то во сюда могу. Уклон просто сатанический. Поскреблись, пацаны, потихоньку. Надо догонять. Мамочки, страшно. Очень страшно, ребят. Хоть одну стегнись, пожалуйста. Ух ты! Как тут больше в объезд? Вообще мне сегодня очень страшно ехать его. Почему, не знаю, просто вот очень страшно. Поэтому я буду много идти. Я, наверное, после... Вон там Пашка поехал. Помчался, я могу даже сказать. Наверное, после этого самого, после уборки на Мискоре, мне хватило гор сразу же автоматически. Все, вот. Потребность в горах заполнена на 100%. Чуть-чуть через рульку не сделал. Через рульки здесь опасно достаточно. Вот. Обрывчик можете заценить. Поэтому развернемся так. Ну, пацаны, конечно, от меня сейчас оторвутся очень сильно. Ну, повторюсь, мне сегодня очень страшно ехать, и все. Вот, в общем-то, то самое место, где-то здесь я висел на рюкзаке в кустах. Так, следы весят, ребят. Опа, дерево кто-то из них уже вывернул, я смотрю. Штырь торчит металлический. На рок-ринге по бревну, а здесь куда? Очевидно, налево. Только что выбило заднее колесо, слезнуло по корню, по скользкому. О, дышится хорошо. Горы. Ой, бля, простите за мой французский. Ребята там матерятся. Здесь должна быть секция, где много бревен навалено через обрывы, промоины. Ее мы обычно ходим пешком. О, вот обрывчик очередной. Секция, где много бревен. О, бревна ушли. Бревна смыло, короче, ребят. Раньше мы здесь ходили через бревно. А сейчас тут такие деревянные ступеньки. Но съехать, как вы понимаете, сюда не вариант вообще. Ой. Витя, у тебя... Ладно, ты спустись сначала. Шнурок на правой ноге развязан. Куда? Нет, я не вижу. Я даже не хочу смотреть, о чем он говорит. Ну, кстати говоря, из-за отсутствия бревна стало легче идти вот сюда. Вот. Да, можно съехать, действительно. Метров 300 дроп, и ты практически в Ялте. Фу, блин. Где-нибудь, блин, в зоопарке. Так, Паша здесь проехал, да? Ну, там идти надо. Сейчас, подожди. Вот, кстати, на камне возле Вити, надеюсь, еще видна метка о том, что тропа верно идет. Вполне есть наверняка какие-нибудь путеводители, где вот по этим цветовым маркерам можно определить,
какую тропу ты идешь. И вообще, идешь ли ты тропу или уже идешь куда-нибудь в обрыв. Хотя вообще почти все тропы здесь идут в обрыв. Да, тот самый случай, когда в горах тебя начинают обгонять камни. Лесенки. Замечу, бетонные. Замечу, вроде как заново сделанные. Пожарный трос натянут теперь. Раньше мы вот этот участок пытались съезжать. Примерно вот до уровня той железной трубы. Мы съезжали на колесах, а потом пешком. Но сейчас что-то тут совсем как-то уклон лестниц стал прям вниз такой. И уже ехать уже не хочется. А, камень в виде шлема где-то скоро будет. Видеть. Блять, это пиздец. Простите, пожалуйста, дорогие зрители. Ну реально, по-другому вот этот фокус не назовешь. Чуть-чуть назад, Вить, чуть-чуть. Все, топай. Это специальная зацеплялка для ободов. Прям вот крюк загнут так. На случай, если ты, наверное, полетел. Чтобы с тебя велик у тебя окончательно вырвало из рук. Господи. Страшно очень. Очень страшно. Витя решил, что дропать будет легче, чем идти пешком. Но в итоге пошел все равно. Как-то около... Ой, мамочки. Как-то около пешком. Да, здесь толкаться легче, чем крутить. Легче. Передачка-то не та стоит. Ух. Воздух очень влажный. Очки залепляет. Воу-воу-воу, стой, не надо, Вить, хватит. Хватит, 5 метров достаточно. 5 метров достаточно. Просто в сторону своего рюкзака выходи, ты как раз на тропинку спустишься. Вот да, ребят, такое бывает. Витя только что спас кустик. Там, может, вот сейчас, может, видно в окошко, сколько ему лететь было бы. Там 50 метров лететь, Вить, невысоко. А дальше обрыв. Вот. Мы будем смотреть, короче, как Витя выбирается. Вот отличный у нас вид прямо из партера. О, господи. Все это, конечно, очень весело. Это одним словом тарактаж, ребята. Вот. То есть, если вам вдруг не хватает в лексиконе матерных слов, которые описывают, что все очень плохо, вспоминайте слово тарактаж. Так, ползем потихоньку. Что, травмы есть? Велик цел, можно ехать. Чего? Пробил? Чего? Ротор. Ого! Ничего себе! Жесть! Прям в камень уперся. Давай чуть-чуть его отогнем. Еще чуть-чуть вперед проведи его. Вперед. Не, вот так вот. Давай. Так. Сука, мне сил не хватает. Мало сил. Давай. Подожди, не, ничего не делай. Можно палку найти. Вот бы сейчас пригодилось то, что Паша в колесо вставлял. Надо рычаг, да? Да. Вон там. Да? Я не хочу туда идти. Так. Так, сказал пулемет. Надо не рычаг, надо толкалку какую-нибудь просто вот отсюда надавить. Вот да. Такое в горах бывает, ребят. Во, нормально, пойдет. Сейчас она сломается. Я уверен. Еще будем чинить. Витьки спицы мне. Ротор или ротора в спицы. Блин, он, видишь, он. Ты, получается, камень поймал и согнулось именно перо от этого ротора. Не сам ротор, а перо именно. Вот тут видно даже прям, как оно согнуло его. Ну-ка назад чуть дай-ка. Смотреть, что у нас творится. Все равно отгибать дальше. Мягкий какой. Ну-ка. Жесть. Просто жесть. Ты бревно, что ты слышишь бревном? Ну да.
Тут, блин, шведка надо. Он так очень сложно согнулся. Че, будешь страдать, наверное. Там именно, видишь, камень вот сюда вот ударился, и его там весь прям так, очень 3D-модель. Жесть. Ну, блин, жопа. Ну, давай попробуем. Погоди-ка еще, подожди. Да, блядь, тут руками бесполезно, Лёх, надо с бревном, ебать его. Я прям вижу, да ну, там... Еще чуть-чуть осталось. По сравнению с тем, что было. Ребят, ну я не знаю, вам, наверное, скучно смотреть такую фигню. Но а нам не скучно. Нам сейчас очень весело. Лёховского сервис, полевые условия. Каменный век. Ну, давай, посмотри, может, сможешь ехать. Ну, в общем-то, то, что надо, ведь. У Вити со шлема аж течет, блин. Просто пот капает, ребят. Фу, как это отвратительно. Ну, я попробую. Ладно, надо двигаться дальше. Как нет? Открути. Но он исчезает, потому что там ротором отталкивает колодку. То есть, ну, периодически поднажимать и все. Появился? Господи Иисусе, вот это вот, блядь, полное наслаждение для езды по Таракташу. Очки потеют намертво. Даже очки, которые я ношу вместо маски специально, чтобы у меня щачило. Не это самое, ну, чтобы от лица не потели маски. Маски очень сильно потеют, я ношу очки. Что, нету тормоза? Да, ну, он периодически то появляется, то исчезает. Ну, каждый оборот колеса исчезает, появляется. Да. Что делать-то? Ну, я попробую сейчас еще раз, увидеть, что у нас опять палка. Вон палка лежит. Наверху. Ладно, ломай свой тормоз. Я буду ломать видеокамеру. Пашка, наверное, уже кочегарил туда вниз. Где-нибудь. Ой, простите. Так, ну что, попробовать протереть. Вынуться, так и пишется. Зато вид хороший, правильно?
еще желез. Слушай, достаешь стеграники, пожалуйста, свои. Видите? Достаешь стеграники, пожалуйста. Просто я думаю, надо упереться сюда шестигранника и попробовать отогнуть именно вот это место. Воздействие на шестигранник. Ну, они такие. Какие-какие, никакие. Давай что-нибудь будем держать. Где? Давайте их разгибаете. Реально шестигранники разгибаются. А-а-а, так, ладно. Подожди, сейчас что-нибудь еще будет. Хватится. А еще иногда здесь туристы ходят. Ну, пешие. Вообще, тропа на самом деле пешая. Она, это был когда справочник делался, не помню какой год. Был такой сделан справочник. ПДХ-трасса, что это в сторону Крыма. Вот. И вот в том справочнике тропа Тракташ, она как бы не значилась. Она не считалась как бы, пригодной для езды на велосипеде. Я думаю, весь этот процесс уже заценили. Леха, Псков сервис. Мы будем надеяться, что в Вите не будут отключаться тормоза дальше. И мы сможем продолжить движение. Вить, палку вытащи из переключателя, а то еще его отломит. Да что ж такое, все мокрое. Так, Витек, давай, наверное, опять вперед, да? Ой, мамочки. Аккуратненько. Пожалуйста. О, мы выехали на хребет, где от количества траекторий разбегаются глаза. Тот самый Тракташ, ради которого все сюда ездят. Ну, после сыпухи, конечно. Но, судя по звуку, моим тормозам уже хорошо. Колеса несет куда-то под откос. Что-то вообще сцепления нету. Совершенно не хватает. Просто совсем не хватает сцепления. Что-то такое не то случилось, я не понимаю. Тоже, то ли тормоз пережимаю, то ли еще что. Меня так сносит сегодня. Это меня носит вообще как санного веника сегодня. Вот туда. Там еще и более интересная секция будет. Идеально, да? Витя ротор равняли, его там в такую бублик завернуло. Ну не 6-5. Вниз до куста. Да там метр, ну может быть 4. На самом деле. А я наблюдал из партера за всем происходящим. Мне сегодня капитально не хватает сцепления. Вообще просто беда какая-то. Включим немножко тормоз, чтобы не было соблазна его нажимать слишком сильно. Да, нам вот куда-то вот сюда вот. Ой, как-то я неправильно заехал. Сейчас мы стегнемся. Я совершил тот же кульбит, что, очевидно, совершает очень много людей, потому что там прям накатано. Но не едется мне сегодня, ребят. Хоть и бейте.
оттиснулся. Ух, передохнул. Теперь, вообще говоря, если сравнивать с заездами прошлого года, ну, не прошлого года, а прошлых лет, то количество моментов, которые проходятся мною пешком, в целом остается прежним, надеюсь, на это. Так, ну здесь я решил, что лучше, ну, что я ошибся с выбором траектории. В этом весь трактаж. Траектории огромное множество. И, в общем-то, всегда можно пердидохнуть. А посвятим этот пердотдых, надеюсь, что не встреча с Пашей. Туда едь! Вот, да, в общем-то, вот примерно так и проезжается этот хребет. Ну, блядь, здесь, ой, здесь вообще плохо. О, вот Паша нашел хорошую траекторию. Я тоже, пожалуй, до нее прогуляюсь пешочком. Нет, я не смогу здесь развернуться. Хоть убейте, хоть это и однокоронка, блин. Но в антиуклон поворачивать велосипед, блин, очень тяжело. Вот так вот выглядит, ребятки, трактаж. Да, вот там еще один свал. Я не знаю, Паша здесь ехал или шел. Дальше-то он едет. Но я, пожалуй, сделаю финт ушами и пройду немножко пешком. Ну, потому что я уже, повторюсь, в этом году мне хватило. Я налетался боками в камням. Боками по камням. Бачок свой. Хоп! Забрался на велосипед. Поехал дальше. Яичками стукнулся в браму. Слева наблюдается очень прям такой лихой. А как тут-то? Блин, вот здесь вот топталок реально не хватает. Я в контактах не помню, ездил ли я тут в контактных педалях. И вот это, развернуться вот это в контактных, нет, ни за что. Вот оно, вот видите, вот он уклон, его очень хорошо видно. И вот по этому уклону мы сейчас попытаемся выживать, он там Паша валяется. Я не хочу повторять его поступок, я не хочу там валяться в кустах. Вон его видно, как он выползает из этого дерева. Я, ну блин, здесь на самом деле, говорю, можно ехать трассу и на контрейнике, вот, просто надо это самое, отдавать себе отчет просто, что для контрейного велосипеда вот эта часть, вот где я сейчас иду, вы пойдете точно так же. А самое интересное, там красивые виды, замечательные виды, хочу сказать, вот, все красивые виды вы, ну, проедете на велике, да? А уже вот этот участок, непосредственно трактаж. Опа, а я понял, как Пашку завалило, у него заднее колесо соскользнуло 100%. Блин, вот сейчас уже из-за того, что начал ехать медленно, мозг уже не хочет адаптироваться к высокой скорости движения, и придется пешком идти практически все. Нет, пешком я все-таки в этом году иду значительно больше, как бы я там не хвалился. Раньше были варианты чуть более бодрые в плане съезжалок. Мною проходились, да, здесь нужны топталки, ребят. Все повороты, свитчбеки эти, все надо проходить на одной выставленной ноге, поэтому душно надо иметь. Опа!
хотя бы, ну, одну, ну, педали, топталки. Еще ботинки пытаются слететь. А, мама! Вот, смотрите, любуйтесь, куда я почти вывалился. Колеса 27-е здесь ни хрена не катят, ребят. Откровенно, они ни хрена не катят. Они здесь только мешают, потому что там, где раньше я мог проскочить над колесом просто, ну, извернуться чуть-чуть, скажем так, четырнуть на топталочках, соскочить с колесика, то в этом году мне колесо просто не дает заломить байк, потому что оно упирается в пятую точку. Цветочки, цветочки, ягодки пошли, ребят, ягодки, смотрим, ягодки. Посмотрели, едем дальше. А, не той ногой, не ту ногу отстегнул. Ладно, блин, вот реально на топталках здесь будешь раза в три быстрее на этой трассе. Потому что это постоянное, блин, отстегнулся, пристегнулся. Оно выматывает, откровенно говоря. Скалы. Скалы. Надо было вот тут проскакивать. Да, что-то я не узрел. Смотрел, что Пашка здесь колупается. И решил, что сюда я не поеду. Очевидно, от того, что он остановился. Что-то тут немножко непонятно, куда дальше. Туда, где Пашка. О, выбрались. Выбрались мы с этого одища. Тарактаж, у меня все трясется. Ляжки, ножки. Ну, Паша отсюда поехал, стартанул. Я повторюсь, я сегодня лох. А может, они отсюда? И тут бегом быстрее, ребят. Честное слово. Так. По-моему, Паш, ты не низко уехал? Что-то тут вообще непонятно, куда тут ехать. А Витя вообще живой? Так, что-то я не помню. Блин, ехали мы тут или шли? Не, все-таки я зря пошел здесь. Надо было следом за Пашкой съезжать. Здесь что-то остро как-то все. Ну ладно. Идется комфортно. Даунхилл. С байком вниз бегом. Вот, все. Ну, Пашка тут все равно вверх пешком ехал. Так что будем считать, что наслаждение мы не потеряли. О, вид открылся, ребят. Шикарный. Там вот где-то Ялта. Вот там вот в тумане Мисхорочка где-то должна быть. Он Пашкой несется, кстати, видно очень. Ну, наверное, на видео не видно уже, наверное. Ну, ладно. Не разуплотнился. Ребята, такой драйв вообще. Больше нету. Так, куда ехать-то? Ой, мамочки, отвлекся, чуть не упал. Туристы ходят. Корешки замечательные. Блядь, а куда здесь-то? Ну, здесь будет на самом деле очень много троп, которые выезжают куда падал Чансу. Еще здесь запах достаточно специфический. Немножко что-то.
Что такое? А может, он спустился уже? Чё, ты поймал? Куст, что ли, какой? Нет. А чё? Это Абраму так? Красота, ребят. Ну, это ссадинка обычная. Могу дать тебе побрызгать. Надо? Там еще ехали, кустом зацепил. Здравствуйте. Вы нормальные? Нет, не крымский. Не крымский. Псков. Далеко. Очень хорошо. Вот. Так, это стоянка какая-то. Что там бегает? Жирность какая-то по лесу. Паша звонит Витя. Пытается дозвониться зачем-то. Нормально. Да, это. Да, там та же самая тема наверху. Нет, все очень хорошо, все прям очень здорово. О, голова кружится от перепада давления. Сегодня и так давление тут скочит. А тут еще и перепад. А, они сильно большие, Паш, они высоко стоят, трубы эти. Да вон там впереди труба водопроводная идет. Спасибо, вам тоже. Да, еще лучше. Ладно, Паша, как всегда. Паша, как всегда, выбирает веселую тропу. Бля, он еще живой, интересно, просто. Блин, главное, чтобы он вообще живой был, а не висел где-нибудь ногами над обрывом. Надеюсь о том, что мы придем, его и вытащим. Как-то он далеко умахал. Ой, он и мне звонил. Может, едет? Или уронил ее в обрыв? О, ребята. Крым — это хорошо. Я вот тоже пытаюсь сейчас дозвониться Вите. Но я чувствую, что он трубку все равно не возьмет. Чувак, я на видео, надеюсь, записалась. Там Витин шлем будет очень такой хороший. Так, ладно, подожди меня, подожди, стой, видеокамера, все дела. Подожди, не торопись. А то мне надоело сейчас пустую фигню снимать. Но я тебя сверху записал, но боюсь, что там на экране будет такой прыщ, как вот, я не знаю, как мои соски, наверное. Вот. Давай, поехали, пока очки не запотели. Очко не запотело. Пристегивайся-то. Рубим куда-то. Блин, задние колодки. Хочу заметить, что оригинальные колодки на гайдах работают многократно лучше, чем китайские. Китайские ревут, а оригинальные тормозят так, что, блин, колесо срывается на каждой кочке в занос. Поэтому мне сегодня было и не понять, что с тормозами, почему колесо так хреново работает. Тормоза. Тормозят. Сейчас, блин, на дорожку выскочил. Все, приехали. Я не туда свернул. В общем-то, мы уже у водопада. Все, пожалуйста. Ресторан называется Учансу. Мы возле водопада. Выжили. По крайней мере, мы вдвоем. С Пашей. Ну. Так, Пашу вижу, Витю нет. Где Витя, блин? Нет, так дело не пойдет. Ничего, ну, блин. Так а как это может, блин, оборвался куда? Ёпарасоты, а? Так он упорхал, я даже не вижу. Так а вдруг он упорхал реально? Блин. Беда. Ладно, ребят, все. Видео заканчиваем.
Начинаем поиски Виктора. Все, спасибо за внимание.